Друзья, меня часто спрашивают про питание, да? Это важно. То есть я уже 2 месяца не ем мясо, да? Сегодня вообще трындец. Это называется откат. До этого, несколько лет назад, я был на вегетарианстве 14 лет. И все это время внутри такой червячок сидел. Хотелось нажраться там что-нибудь, пельмени или еще что-нибудь. Тут я зашел в магазин, и, блин, лежат хинкали, которые я никогда ни разу не пробовал. И я чувствую, что внутри сидит, есть то, что я как бы не доел или еще что-то, да? То есть немножко такой откат. Не заставляй себя. Поешь то, что ты хочешь. Я вон себе копченой курицы взял, хинкали и пельменей. Да, небольшой откатик, обратно вернешься. Но если ты себя будешь заставлять и заставишь себя, и через несколько лет ты, блин, нажрешься этого мяса так, что... Поэтому чистое осознание... Я осознаю, что пищу нужно чистую потреблять. Но есть вот такие откатики, не боритесь с ними. С ними не надо бороться. Сильно захотел, взял, блин, нажрался шашлыков и что-то пофигу. Не терзайте себя тем, что, допустим, ты перешел на вегетарианство. Не мучайся. Если хочешь что-то поесть, поешь. Ты просто должен головой осознавать, что вот это, допустим, чистая пища. И ты... должен прийти как осознание того, что вот это надо употреблять. И если будет небольшой откатик, ничего страшного, не кляни себя. Это как ты осознаешь свои мысли. Поначалу ты проклинаешь себя за эти мысли, в самом начале, когда тренируешься. Но их надо просто увидеть. И все. Увидеть мысль и забыть. То же самое с едой. Вот очень сильно хочется. Купи, сожри, блин, что хочешь. И забудь опять. Откаты неизбежны. Будь текучим, как река.